Здравствуйте, телекомпания ТВ. Коротенький вопрос. Скажите, о чем вы сегодня думаете? Я думаю, как я проведу свое лето. Планы громадью или как? Да, да, много планов. Ну, у меня тоже, мы хотели вместе с ней работать. Вот. Потом, наверное, тоже на Байкал. И... А потом решиться. Я монгол. Вот, здорово. Вы давно в Бурятии? А? В гости приехали? Да, в гости приехал. Как нам? Очень приятно тут. Да просто гуляем, погода хорошая. Вот внучка вышла погулять. Внучка что-то хочет, видимо, рассказать. Да, видимо, что-то только что написано. О, только... Он же грязненький. О сессии. Об экзаменах. О зачетах. У всех уже каникулы. Мы еще сессию сдаем. Бедные студенты. На кого учитесь? Реклама и связь с общественностью. Думаю, лето. Лето ждем, погода хорошая. Вот так вот сидите и ждете, да? Сидим и ждем. В смысле? Ну просто. Я не думаю. Так, а вы? Ну давайте, вы в очках, никто не узнает. О чем я думаю? Да. Диплом защитить и в армию уйти. Да. Ничего себе, вы как бы по собственному желанию в армию или по принуждению? Да, по собственному желанию. О чем думаю? О хорошей погоде и с детьми погуляли. Ну, собственно, что очень хорошо, что мы попали к вам в Улан-Удэ. Вот я так и поняла, что вы не местные. Откуда, рассказывайте? С Приморского края, город Дальнегорск. Побывали у вас на Байкале. Сейчас вот как раз с Байкала едем. 9 дней. Впечатление. Обалденные. Ой, озеро чистейшее, воздух вообще... Воду пили? Пили. Привет, велосипедист. Привет. Расскажи, о чем сегодня думаешь? Я думаю о лете, что вот, типа, наступили каникулы, и так все хорошо, что учиться не нужно там. Ну, правда, подготовиться к следующему году нужно, но зато можно гулять, кататься. Круть. Расскажи, что у тебя за велик? Ну, да ничего особого такого в нем нету. Мне он нравится, я на нем катаюсь, мне удобно. Часто? Ну да, часто, каждый день. Скажите, мадам, вы о чем сегодня думаете? О мороженом. Ух ты, вы уже его слопали или так собираетесь? Собираюсь.